Всем привет, это у нас Ледяной Крик. В этом видео попробуем проэкспериментировать, что будет, если я помещу Рода в то место, где я на карте проламываю фанеру, и потом пролезаю по итогу к прожектору. Давайте начинать. Нам нужен режим... Да давайте тяжело. То есть мы реально проверим, сможем ли мы от него избавиться, и насколько он будет зол на нас. Полка. Ох ты, канат здесь оказался, ура. Так, и можно вылезти, в принципе. Так, у нас сколько вообще жизней-то будет? Немножечко ведь. Давай, вылезай. Залезаем под полку, смотрите. Залезли. И просто нажимаем встать вот здесь. Ес, получилось. Рода пока что нет. Так, нам канат-то так и не принести. Бам! Это мы на харде. Сейчас резко откроем окно. У нас развлекательное начало. Вон, смотрите, канат внизу валяется как раз. Сейчас мальчик до него почти что дойдет. И есть второй рот. Для тех, кто не видел. И дальше уже начнем экспериментировать. Вау. Это просто шедевральный момент, что у нас два рода в игре. Ну-ка. Так, мальчика он тащил. Так, и мы можем уже, получается, сматываться. Нам канат-то даже не нужен. Вау, это класс. Залезаем под полку. Обязательно, смотрите. Вас прям в этом видео учу конкретно, что уже научился. И в этот момент просто приседайте. Игра вас выкинет за пределы дома. Все. Я выбрал режим тяжело. Кстати. Он, скорее всего, за фургоном. А давайте карту пока подберем. Вы представляете себе, у нас канат здесь валяется. Где ты там, айскрим фан? Напишите в комментариях, кто из вас любит мороженое. Являетесь ли вы айскрим фанами? Йоу, Карни Мобейшн. Он здесь. Рот. Я хочу кататься с канатом. Быстро. Так, мы сначала едем в стойло. Давайте канат кинем как трофей в мойку. И в стойло, за канистрой. Вау. Без каната просто выбрался. Я почему-то в предыдущем видео про этот баг таким образом не сматывался. Мне канат забрали. Я считаю, это нечестно. Ох ты, он даже меня не спалил. Сейчас будем выслеживать Рода, смотрите. Вот так. Он издали плохо видит. Ах ты, это он на изи плохо видит. Резко в машину тогда. И заправляться на детскую площадку. Давай, ты простишь меня? Yes, детская площадка. Он успевает простить. Здесь пока что ничего не пропускаем. Это очень страшно. Кстати, где реально канат? Они у меня просто его отняли. Они считают, что канат не должен находиться в других локациях. Мороженчик гуляет. И параллельно смотрим куртку охранника. У нее несколько мест есть. А вот она и здесь как раз. Открываем ее. И заправляемся. Так, у нас канистра прям пьет. Такой звук интересненький. Трепыхается вода такая, как будто бы. Давайте просто на парковку. Кстати, смотрите, какой прикол есть. Сейчас вам покажу. Я вне машины. Вот. Я вне машины, и у меня карта открыта. Так, ну давайте на парковку реально заправляться. То есть я не был в машине, я не уехал, получается. Так, заправляемся. Ах ты. То есть нельзя отводить взгляд? Вау. Сел. Так, ну я, наверное, зря нашумел. И нам нужно Рода как-то подозвать вот сюда. А, так давайте здесь все разобьем сначала. Так, чтобы классно было. Бам! Это сломал. Вот, я про эту фанеру говорил. Но это, скорее всего, гипсокартон. Так, кусочки отваливайтесь. И... Ёбаный бой. Слышали? Он здесь реально. Вау! Я добавился, кстати. Причем очень страшно сделал это.
Так, ну ладно, у нас даже будет сегодня вылезание из ангара. Нам нужна изолента. Она почему-то оказалась на первой полочке. Так, рода нет. Ух ты, меня подняло сюда, смотрите. Это у нас как будто видео про баги. Давай, залезайте на фургон. Ну, прикольно так-то. Хоть посмотрим, что здесь есть. Дерево на воздухе стоит. Ладно, залезаем. Обратно. Резко на парковку. Сейчас нам нужно будет его заманить к тому месту и напасть на него с помощью карта. Видите, рот специально перемещен куда-то подальше. Сейчас напишут мне, что я очень часто погибаю. Так, здесь хоть все сломано, надеюсь. А давайте, знаете, как карту развернем. Вот, я же не знаю, откуда он побежит. Либо оттуда, либо оттуда. Вау. Он где-то здесь. Ёкарный бой. Да как? Мне, кстати, с этим частенько не везет, что я нарываюсь на него прямо неожиданно. Ладно бы он издали нападал. Так, камушек. А вот он. Я его переименовал. Так, можно так же сделать, чтобы у нас камень не вылетел. Вон, видите, он здесь. И смотрите, что можно сделать. В принципе. Бам! Вылезаем. И в машину получится. И на парковку. Вот это был шедевр. Камень выпал. Прямо из машины. А как так? И сейчас же исчез. Так, хоть бы игра не вылетела. Сейчас какой-то, видимо, баг произошел серьезный. Yes. Не вылетело. И у меня рогатка с собой. Так, 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 так. Сейчас, получается, ошибок вообще делать нельзя, я так понимаю. Я уже знатно наошибался. А, вот мне где камешек нужен. Yes. Смотрите. А если я выкину рогатку? На. Yes, получилось наконец-то. Отъезжай карт, молодец. А, так он одну минуту на любом режиме сложности спит, ура. Вот сюда его хочу закинуть, что будет? Ice Cream Fun. Наш. А, ну в принципе вообще изи. Вообще изи. Так, извини, у него руки нет. Или есть? Вау, вот бы нам еще сейчас. Кусачки, смотрите, я его здесь закрываю. Умеет ли он открывать дверь? Давайте пока выйдем отсюда на всякий случай. Вот это да. Но если я, конечно же, смотаюсь отсюда, он выберется. Так, можем даже покататься. Ничего себе. Его реально сюда затолкать можно. Кто бы знал. И это мы с вами сегодня проделали. Так, ну скоро уже минута истечет. Так, смотрите. И чтобы лучше было видно. Он выходит. Или что? Он открывает. Он открыл. Фантастика. Он может здесь бегать. Так, ну-ка, где он там? А, вот ты где. Ну-ка, на. Это просто жесть. Но чем это нам поможет, интересно? Ну, конечно, мы можем, получается, здесь безнаказанно ходить, но у нас ничего с собой нет. Так-то бы раз, карточки взял. Смотрите, смотрите, смотрите. Он меня, конечно же, видит. Так, а давайте попробуем теперь его как-нибудь скинуть в самый низ. Я, получается, поехал до фургона. И нам нужно достать кусачки. Так, нам, значит, надо попасть в кафетерию. Он, конечно же, будет за рулем, это понятно. Его телепортируют. Кафетерию. Мы там посмотрим имя сотрудника. Тоже ты? Дональд, ничего себе. Дональд Дак или Дональд Трамп.
Дверь закрываем и уезжаем. Ура, ура, ура. На изи. Так, на детскую площадку. За ключом. Опять один фургон уехал. Я остался вне машины. Ключ берем. Главное не забыть, что там Дональд. Но у нас с вами будет еще очень сложная задача. Опять приехать на парковку. И все то же самое провернуть. Вау. Так, на парковку. Все, раз у меня есть карт, я крутой. Резко едем на второй этаж. К Дональду. Нам нужно открыть комнату security. Здесь уже все сломано, да. Тут рогатка валяется, кстати. Вихревое управление. Так, тут лучше сдать назад. Сейчас, смотрите. А жалюзи, кстати, уже закрыты. Вау, ничего себе. Я езжу. Тут может быть рот. Так, он слышит что-нибудь вообще? Так. Где ты, Дональд? Дональд самый первый. Резко бежим. Что? Он как будто бы бежал. Это жесть. Что за звуки? Резко в кафетерию. Мы едем в кафетерию за кусачками. Лучше ничего не пропускать сейчас, потому что игра, если вылетит, это конец. Тут такой мега-экспериментик. Кусачки. Ну, бери быстрее, уже на изи могло получиться. И на парковку. Ох ты, машина уже без звука поехала, страшно. Вот здесь хоть звук есть. Так, ну все, теперь самое сложное. Все это провернуть. И Рода нужно закинуть прямо туда на пролом в полу. Только бы он здесь не гулял. Так просто. Ну вот. В принципе, только если... Ох ты, видите? И вот так. Вау, вот. Если я пошумлю, то это даст. Ну, кстати, я же могу реально пошуметь. Ах ты, ой. Ну, молодец. Привет. И заталкиваем тебя вот сюда. Ой, перебор. Рот, привет. То есть мне нужно Рода перекинуть аж. Ну давай, 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 залезай, залезай, залезай. Залезай, залезай, залезай. Как легко, смотрите, как легко. Но он спать-то будет не вечно. Ну давай, 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 давай. Только на пролом залетай. Ну давай, давай, на пролом залетай. Смотрим. Пока, Рот. Это жесть, там, смотрите, две маски у него. Вау, он сейчас там очнется. Вот это да. Вот это экспериментики. Кстати, мог ключ взять. Но, скорее всего, не успею. Уже. Вот это да. Вот это фантастика. Так, ключ у нас лежит. Скорее всего, в шкафу. Сейчас мы посмотрим, как он очнется. Очнулся, смотрите. Он вообще знает, что здесь делать? Ну нет, смотрите, просто идет. Чем на месте. Давайте-ка обойдем. Куда здесь можно попасть? Вау, я перебрался. Для лучшего кадра. Он на месте просто идет. Так, будем ли мы сегодня проверять, атакует ли он здесь? Если я спрыгну, он, скорее всего, на меня нападет. Но это не 100%. Смотрите, смотрите. Он внутри стремянки. Пока что все классно. Я могу даже ползать перед ним. Вот, смотрите, просто вылезаю. Ух ты. Я просто тут даже взлетаю. Вот это да. Так, ну реально, если я сейчас его попытаюсь оббежать, что получится? А, ну сразу поймал вообще. Без вариантов. И будет конечная сцена, да? А, нет. А вот сейчас у нас сложная задача. Так,
Лом ищем. Лома нет на бочке, значит. Ура. Ну-ка, с ломом вообще можно уехать? Это фантастика вообще. Он пошел спать, похоже. Смотрите, направляется к гамаку. Пока стоит, разворачиваемся. И на парковку. Слышали звук? Звук разбивания стекла. Смотрите. Бам! И ехать на него. Ну конечно, это вообще уже нечестно. Просто сквозь него проехал. Ну получается, это чистый рандом, не знаю. Как его тогда сбивать? У нас нет оружия против него. Ну все, тут ничего не сделаешь. Он пройти игру вообще не дает. То есть я его сбить не могу. Давайте тогда посмотрим конечную сцену, раз на то пошло. Напишите в комментариях, кто знает способ, каким образом его можно сбивать. Давайте мы на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.